stand by you. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Укулеле дует T42, чай для двоих. В репертуаре музыка от 20-х годов прошлого столетия до самых современных хитов. И все это с гавайским колоритом маленькой четырехструнной гитары укулеле. Ну, на гитаре я начал играть в школе в 15 лет. Ну, тогда я, как у всех в 15 лет, свои мотивы, конечно же, нравилось. Мумитроли, Земфира и то, как девочки на них реагируют. Ну, будем честными, называть вещи своими именами. Это главная мотивация для всех, кто хочет стать рок-звездой. Конечно же, не обошли эти желания и меня. Школьная группа, выступление в школьном зале, репетиции в каморке, что за актовым залом. Ну, это было такого подросткового уровня музыка, без углубления в какие-то детали, в историю музыки. То есть это было... Я даже не могу назвать это еще занятиями музыкой. Это было такие фантазии в шоу-бизнес, скорее. А потом была крутая команда Несграба, и вы все-таки предпочли дуэт «Чай для двоих». Я тоже считаю, что это была, в принципе, неплохая такая команда. Отличные музыканты, их неплохо у нас получалось. Но хотелось чего-то такого более отличающегося от всего, что есть. Ну, то есть не просто гитарная группа, которая играет рок, там, с большой сцены, с барабанами, громко, там, все танцуют. Хотелось чего-то такого более душевного и отличающегося от большинства других групп. То есть чего-то такого своего. И, кроме того, я начал увлекаться музыкой более серьезно. Начал изучать теорию, интересоваться джазом. И случайно так оказалось, что укулеле для этого, в принципе, неплохо звучит и интересно. В 20-е и 30-е годы укулеле был завсегдатаем джазовых концертов, как выяснилось. Ну и я решил сделать это основным инструментом. Это еще прикольно, она маленькая, я большой. Причем она, это и укулеле, и Кристина. Ближе к 8-му, наверное, классу я просто начала петь. То есть я пела так чисто для себя дома, иногда на школьных концертах. И после школы, вот судьба свела, случайно на соседних улицах живем. И там вот как бы уже встретились, я больше стала развиваться в этом плане. И через год, получается, начала играть уже на укулеле. Close and hold me fast. The magic spell you cast. This is La Viosa. When you kiss me, heaven signs. And though I close my eyes, I see La Viosa. Да, укулеле – это гавайская гитара. Строй у нее подобен гитаре. Но имеются также существенные отличия и ограничения. Это, с одной стороны, ее более узкий спектр возможностей позволяет гораздо быстрее научиться и что-нибудь уже сыграть. Есть там простые аккордики, это там по одну нотку в одном месте зажали, уже имеем аккордик. Порог вхождения в укулеле намного ниже, чем даже в гитаре, то есть намного легче научиться, скажем, можно за неделю, буквально не умея вообще играть, уже сыграть какую-нибудь простую песню там. Можно в первый день. А можно в первый день, да. Допустим, первую песню Кристина сыграла, когда еще не было никакого T42, не было идеи создать дуэт, она просто пришла ко мне на очередную репетицию, чтобы петь, когда я буду играть на гитаре. И мне что-то пришло в голову, говорю, а ну-ка, на... Вот зажми здесь, дерни здесь, а потом зажми здесь, дерни здесь. И мы первую песню записали через час после того, как Кристина прикоснулась в первый раз в жизни к первому своему инструменту. Она до этого ни на чем не играла. То есть, ну, по большому счету, да, можно и через час после того, как взял в руки его, сыграть что-то. А, ну, чтобы сыграть что-то более осознанно, я говорю, за неделю можно, в принципе, научиться
там, ну, что является самыми такими простыми гитарными песнями. «Звезда по имени Солнце» Цоя, да? «Ау-ау, я тебя все равно найду». Это какая-нибудь «Кукушка» Земфира. Вот, вот такую песню, не умея играть вообще, вполне без проблем за неделю вечерних занятий можно освоить. Освоить не знаю, поскольку еще до сих пор не освоила, это намного сложнее. Но первую песню сыграла, наверное, дня через два, вроде. «Stand by me», да. Это было дня через два. А в общем, чтобы сыграть первый, можно так сказать, концерт, понадобилось 3 месяца. Угу. Ну, 3 месяца довольно плотно. Да, занятий. Довольно плотно занятий каждый день. Все лето занимались, у Кристины были каникулы. Мы за лето подготовили. Мы, получается, в мае решили, а давай сделаем укулеле-дуэт. Кристина мне до последнего не верила, что это возможно сделать так быстро. Мы запланировали на конец августа свой первый концерт. И мы таки сыграли в конце августа полноформатный, полный концерт в Киеве. Да, в Киеве с полной программой. Таравердиев, и стол, и современное, и все старое. Это все, что нам обоим обязательно нравится, и это обязательно нам обоим это интересно. Причины, по которым это нравится, могут быть разные. Допустим, Таравердиева, там, безусловно, очень мощная, душевная мелодия, гармония сильная. Ну, Таравердиев – это монстр. Металлика, не хочу обидеть фанатов Металлики, она попримитивнее будет. Но бессмертное произведение «Nothing Else Matters», как бы это большой хит, это уже явление, может быть, даже не только или не столько музыкальное, сколько в контексте популярности, в контексте хайповости. И это произведение, прежде всего, гитарное, его играют на фортепиано с оркестром, а вот на укулеле он там играл. И вот сделать что-то такое эдакое – это сильная мотивация для нас. И поэтому падает выбор на Металлику, но мы ее любим не меньше, чем Таравердиева, хотя осознавая масштабы совершенно разные. С точки зрения музыкальности, безусловно, Таравердиев – монстр. С точки зрения популярности, Металлика, безусловно, Таравердиева победила. Что нравится очень мне, Дима так относится, чуть-чуть скептически, значит, это будет адаптироваться под наш стиль, можно даже так сказать, и звучит новыми красками, и все будут довольны, в принципе. Ну, у Кристины есть, безусловное, право вето, да, на выбор произведения, причем Кристина его себе застолбила буквально в первый или второй день, когда мы только встретились, несмотря на свой хрупкий и нежный возраст. Когда мне очень понравился ее тембр, и я предложил сделать даже программу для коммерческого использования, то есть чтобы поиграть в заведениях, там какие-то лаунж, джаз. Кристина, ничего не боясь, просто сказала нет. Все. Осознавая шаткость своей ситуации, осознавая, что я как бы могу там принимать решение о том, будем мы играть вообще или нет, она сказала: нет, я этого не хочу, я хочу заниматься музыкой для души, для сердца. И, в общем-то, она, как я уже сказал, застолбила себе возможность права вето с первых же дней, и мы на этом базируемся. Если чего-то конкретно вот точно не нравится мне, мы его даже адаптировать не будем. Та же история, когда я приношу какую-то песню, предлагаю сделать Кристине, если она говорит «нет», это значит, что ее не надо уговаривать. То это значит, что нет. Невозможность встречаться с публикой, она как бы вносит свои коррективы, но
этот век, электронный век, есть YouTube, Instagram, где достаточно немаленькие у нас аудитории, мы получаем отзыв публики, так сказать, обратную реакцию. Ну и это как бы немного мотивирует. Это, безусловно, это несравнимо там, с двумя десятками живых глаз, которые перед тобой на концерте. Но мы, несмотря на эти ограничения, все равно сделали несколько концертов. В квадрате делали просто уличный концерт. В летнем кафе делали. Конечно, это лучше, чем YouTube и Instagram. Да даже там никакие 5000 просмотров там, в Инстаграме не сравнятся, или в Ютубе не сравнятся с 10 человеками, которые непосредственно в близости сидят и смотрят. Ну, мы как-то выкручиваемся, как все выкручиваются. И вы выкручиваетесь, и все выкручиваются. Как-то жить надо все равно соблюдать эти все меры и беречь себя и окружающих. Проект «Уличная музыка» в Славутич, он мне хорошо знаком, прежде всего потому, что я с моим коллегой Иваном Голоском, мы ее создали в Славутиче как таковую. Это было 3 с небольшим года. Это были регулярные мероприятия, больше 2 десятков концертов мы провели. Мне, в принципе, концепция уличной музыки очень нравилась еще до того, как мы начали ее организовывать, и сейчас она мне нравится. Мы с Кристиной периодически играем просто на улице. Ну, мы не практикуем коммерциализацию этого, то есть там, не ставим шляпу, там не собираем. Ну, хотя и так бывало иногда для баловства. Много-то на этом не заработать, конечно. Но в целом мне этот формат симпатичен, когда люди просто идут со своими мыслями, со своими делами. У них есть возможность получить от нас какую-то энергию, как-то разнообразить их серое передвижение по улице. И если мы видим, что это встречает какой-то отклик, что человеку это понравилось, вызвало какую-то улыбку, привлекло внимание, человек замедлил ход, мы тоже питаемся этой энергией. Это обмен энергией, это не односторонний вампиризм. И это не просто благотворительная отдача этой энергии, это обмен энергией. Небо таке раптове, трохи утичне й ледь маркове, на білі плечі чиєї стоми складає у стопи небесні тони. Небо шукає, небо знаходить, спустилося з даху і знову ходить розою, лягає квіти, трохи полежить і мусить іти. У вас гавайські гітари. Не хотілося поїхати на Гавайї і зіграти перед аборігенами? Наверное, нет. Ну, не знаю, но как-то перед аборигенами. Они, наверное, играют лучше, чем. А вот и да. Сыграть перед ними можно было бы, и это было бы интересно и им тоже. Почему? Потому что техника игры, которую используем мы, она придумана нами. Мы не учились у аборигенов, и мы играем совершенно не то и не так, как играют аборигены. Свою, назовем так, аборигенскую музыку, они, конечно же, играют лучше нас, потому что они с ней родились, и они ее играют всегда. Играли, ну, с рождения, и она как бы, они ее пропитаны. Но если говорить о джазовых произведениях или о попсе, которую мы тоже переделываем чуть-чуть в джаз, и играем на укулелях, опять-таки, я абсолютно уверен, что мы играем намного лучше этих аборигенов, потому что они такую музыку на укулеле не играют. Это не характерная для укулеле музыка. Поэтому вполне могли бы сыграть и перед аборигенами. И им тоже было бы интересно. А люди такі в соте за день в своїй бетонні соте ядеї, що ховати і сохнути людям першого, другого сорту. А люди такі сотнями в тандемі зі своїми сотками стрець усьому. Значит, в Украине коллективы, которые используют укулеле вместе с другими инструментами, есть несколько таких коллективов, которые играют только на укулеле, чисто укулельные дуэты, в Украине нет таких.
Ну, и ситуативные как-то бывают, что собираются два человека на укулеле и поиграют, так бывает. А, но состава укулеле и укулеле-бас такого в Украине точно нет. В российском интернете тоже ситуативно такие разовые дуэты периодически находятся, но именно собранных коллективов, которые регулярно играют, нет таких. Бас вообще, укулеле-бас — это довольно новый инструмент, он появился буквально пару лет назад. Вообще, в принципе, это обусловлено спецификой его размера, материала струны, который был итальянцами разработан буквально, как я уже говорю, пару лет назад. Потому этот инструмент плотно пока не вошел, и даже в мире таких дуэтов единицы. А недавно Дмитрий играл вместе с трио Нота Бена. Кристина, а вы не ревновали к этому эксперименту? Конечно, спокойно. То есть, ну, мы играем вместе, но это же не значит, что ему нельзя играть с другими музыкантами, набираться, по сути, опыта. В университете я играю с однокурсником своим тоже. Иногда бывает, и укулеле использую. То есть, в принципе, это просто набор опыта, и к чему ревновать. Скажу честно, я ревновал. В какой-то момент, какие-то нотки, моменты, естественно, были, что вот мы играем, а тут вышла на сцену, и там и аудитория такая, и все в восторге, и он уже мнит там что-то, что Кристина с ним играет в дуэте. Ну, как так? Ну, научился к этому спокойно относиться. На самом деле, это даже очень хорошо, когда играют много где и много с кем. Потому что каждый новый музыкант, каждый новый коллектив, новая коллаборация – это всегда новый опыт, это что для музыканта бесценно. И поиграв со своим однокурсником Кристина, я поиграв с Нота Бена, я получил новый опыт, потому что я играл ту музыку, которую я бы сам даже не стал играть, но я не знал о ее существовании. Нота Бена, классические такие произведения играют. То есть я получил новый опыт. И куда я этот опыт принес? Сюда же. То есть он теперь со мной, он теперь с нами. Аналогично Кристина, она с однокурсником играла музыку, которую мы, в принципе, не играли до этого. И тоже пришлось проявить фантазию, научиться чему-то новому у него. Там паренек тоже очень творческий и очень интересные вещи дал Кристине, которые Кристина принесла опять-таки мне и нам. Поэтому играть много с кем – это очень полезно для музыканта. Для развития музыканта это очень важно. Невозможно стать музыкантом, играя в одном коллективе или сидя дома на диване. Все-таки чай вдвоем, так и останется чай вдвоем. Вдвоем, да. Tea for two для двоих. А, возможно, какие в плане как эксперимента, то есть у нас уже был эксперимент во время локдауна, как бы мы играли вместе с ударником и басистом. Гитаристом из Киева, Юрий. Да, гитаристом из Киева. Получилось довольно интересно. И, в принципе, можно будет пробовать когда-нибудь в будущем еще, но я считаю, что это не должно быть на постоянной основе. А еще мы играли с кларнетистом, с саксофонистом, с флейтистом. И все трое – это один человек, Михаил Сарнат. То есть мы много экспериментируем, много с кем играем, но это называется Tea for Two плюс. Так что я полностью согласен с тем, что сказала Кристина. Наш дуэт это дуэт, это такая постоянная величина. А коллаборации, конечно, будут. Их будет еще много, их было уже немало. Мы обязательно будем с кем-то еще играть, кого-то приглашать, кто-то приглашает нас. Но Tea for Two — это Tea for Two дуэт, укулеле — дуэт. Не будет других инструментов, кроме укулеле, в контексте этого дуэта. Нет, мы играем и с гитарой, там, и с другими инструментами, конечно же. Но концепция укулеле — дуэта Tea for Two — это вот... Dance for me, move for me, move for me, yeah.
безусловно, главная угроза – это эпидемия, но нельзя недооценивать также угрозу психологическую, постоянный стресс, постоянная истерия, в которую нас вгоняли сначала выборы, потом просто по привычке Facebook, и через все, сквозь все это время эпидемия, а еще раньше война, Майдан, то есть у нас последние годы уже больше, уже даже больше, последние годы нагнетается страшная истерия, и это на самом деле самая большая угроза из всех, которые у нас есть, потому что даже потеря государственности, это безусловно ужасно, но она уходит на второй план рядом с потерей себя, с потерей близких и с потерей положительных эмоций, хорошего настроения, хорошего самочувствия. Поэтому хочется пожелать словучанам спокойствия, рассудительности, критического восприятия информации, больше думать, прежде чем поддерживать какую-то истерию или над кем-то издеваться. Разумность, доброты и веселье, конечно. Веселье нельзя недооценивать, оно повышает настроение, хорошее настроение влияет на здоровье. А когда человек здоров, ему легче справляться с недугами, проблемами другими. Поэтому берегите себя, чаще улыбайтесь. И пейте чай, слушайте нас.